Компания «Электромотор» представляет лодочный мотор Mercury Motor Guide Parimax V40 HT30. Абсолютно бесшумный, предназначен для эксплуатации в пресной воде. Очень легко крепится на транец лодки. Динамичная система регулировки высоты погружения грибного винта в воду с фиксатором на валу позволяет установить мотор на любой вид лодок. Максимально потребляемый ток – 40 ампер. Тип двигателя – электромотор. Напряжение – 12 вольт. Регулирование скорости – плавное переключение. Длина приводного вала – 760 мм. Грибной винт – мачете 3. Три лопасти. Система управления – румпель. Вес двигателя – 8,5 кг. Максимальный вес лодки – 1200 кг. Тяга – 18,1 кг. По вопросам приобретения обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 300 38.